Модно не значит дорого. Два этажа одежды и обуви по очень низким ценам. Налетай, молодежь! Улица Розы, Люксембург, 86В. Территория Октябрьского рынка. В эфире проект «Место происшествия». Мы продолжаем выпуск. На проспекте Строителей камера зафиксировала, как Калина въехала в скорую помощь. Об этом и других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор» сегодня в ней самые заметные видеоролики уходящей недели. На перекрестке улицы Воровского и проспекта Строителей водитель скорой ехал на вызов с маяками и сигнализацией на красный сигнал. Как выяснилось, за рулем Калины была девушка-блондинка, она не заметила скорую помощь. На перекрестке улиц Карла Маркса и Труда водитель Volkswagen сбил мотоциклиста. На повторе видно, что мотоциклист ехал на зеленый. После ДТП водитель байка сам встал на ноги. На трассе Вятка владелец регистратора наблюдал за поведением водителя «Газели», который, судя по всему, начал засыпать. После такого маневра шофер фургона проснулся и остановился на обочине. На улице Щерса водитель «Кадиллака», как говорится, чуть не попал на дорогостоящий ремонт. Но чудеса реакции и маневрирования проявил шофер на «Ладе». На перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Воровского водитель белой малолитражки не заметил знак «Стоп». С места ДТП водитель скрылся, сейчас его разыскивает полиция. Если вы знаете, кто сбил знак, звоните по телефонам на экране. На Октябрьском проспекте водитель-чудак с тремя пассажирами в салоне, среди которых одна девушка, поехал против движения. В Куменском районе водитель машины с камерой чудом увернулся от прыжка лося. Это вещдок какой-нибудь. В Кирове водитель Нивы в сопровождении полиции буксировал лодку по асфальту. Как выяснилось, лодку вместе с мотором, веслами и сетями изъяли у браконьера, которого задержали сотрудники Росгвардии. Михаил Вагин, место происшествия.